В этом видео мы поговорим о геологических картах на весь мир. Где же можно их найти? На сайте геологической службы США есть такой раздел, где эти карты выложены по регионам. Допустим, вот Афганистан, Африка, так, Арктика, Азия. Бангладеш, так, что у нас есть, вот Европа, ну и вот бывший Советский Союз. То есть нас интересует, по крайней мере меня интересует вот эта геологическая карта, то есть здесь вот представлено в виде shapefile, то есть мы, но у меня они уже загружены, в данном случае геология и провинции здесь. У нас показываем в папке, вот. Два таких архива. Я распаковал их в геологию, соответственно, вот таким образом. Ну и давайте мы их подключим и посмотрим, что же есть. Открываем QGIS и добавляем, соответственно, эти слои. Так, давайте геологические провинции сначала добавим. Открыть. Добавить. Вот такая карта. Смотрите, что у нас здесь. У нас тут неизвестная система. Вопрос, конечно, как в какой системе координат это сделано. Если кто-то знает, то пишите в комментариях. Подсказывайте. Ну, давайте посмотрим в виде таблицы. Ну и вот провинции Панамы, да? Давайте провинции Панамы и раскрасим. Идем свойства. Уникальные значения. Так, и поле Намы. Классифицировать. Применить. Окей. Вот у нас геологические провинции есть. Ну и давайте добавим геологию. Так. Вот геология. Файлик открываем. Добавляем. То есть она у нас вот такая будет. Соответственно, давайте посмотрим табличку. Ну и вот. Вот по этому полю можно классифицировать. То есть в данном случае раскрашивать. Ну и давайте свойства. Так, идем уникальные значения. Так, по этому классифицировать, применить. Окей. Вот такая карта геологическая по бывшему Советскому Союзу у нас и получилась. Так что, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте.